Всем привет, с вами GS, продолжим Фрингейт. Я помню, там были достаточно легкие миссии за Карл или Тайлера. Так что сегодня как бы 14 февраля, так что отъебашим Тайлера, что еще делать. За Лукс просто не хочу играть, потому что там сейчас будет такая ебатня со флешбэками и прочим дерьмом. Поэтому я думаю, сегодня будет все коротко, потому что я бухой, вы это не слышали. Всю ночь не давал мне покоя. Конечно. Вместо того, чтобы ответить на вопросы, он добавил новые. Убийца специально обрек жертву на медленную и болезненную смерть? Есть ли какая-то связь с этим загадочным делом Кирстена? Тайлер, ну зачем прислал мне письмо? Правый карми под джиу-джитсу, блядь, репетирует, я не знаю. Спарринг с Тайлером как раз то, что нужно. Ну, разумеется, пока да. Протереть голову и немного передохнуть. В принципе, одна хуйство, что ты будешь играть от Тайлера, что за Карл, то будет просто Андерлуд ебашить. Так что... без вариантов. Хорошо, давай немного разомнемся и начнем. Скажи, когда разогреешься. Ладно, заметано. Ну я как истинный феминист, конечно, буду рад за Карл, так что что вы могли еще подумать обо мне. Так. Трясутся при анимации. Не вижу, у меня все двоится. Ладно, пошли на ринг, короче. Где бы ринг? Стоп, ну что это сейчас сделать? На. Ну окей, давайте поразминаемся, что ли. Это легко делать на джойстике. Два. Два. Три. Три. Эй. Четыре. Четыре. Ты безэмоциональный столько, ты вообще нихуя не тренируешься. Шесть. И сколько это нужно задрать? Эй, воу. Семь. Я смогу делать еще раз сто. Восемь. Наверное. А может и нет. Девять. Я не помню, я вообще это делал. 10! Окей, 10 я сделал, отлично. Можно драться. Ну все, пошли. Драться, что? Или что ты хочешь на этом посмотреть? Можешь еще побить руш, наверное. Нельзя. Блять, ебучие стики. Ебучие стики! Карточки! Да блять, дур, ты куда бежишь в стену? В скамейку. Вот, отлично. Стоп, что там еще будет? Какой-то стол. Так странно бегаешь, что меня это пугает. Наверное, все. Нет? Что? Что это, блядь, было? Нет, я видел, это было. Да, блядь, только что прилез к эта хуйня. Попей уже, наконец-то. И я тоже попью. Ну еще давай попьем, я тоже попью. Все можно ебашить? Блять, что ты от меня хочешь, серьезно? Я не понимаю, что он... А-а-а. Блять. Ёб твою мать. Окей. Ты думаешь, это так сложно для меня? Хуй ты угадала. Все? Так, разминка окончена. Можно выходить на ринг. Ну неужели, блядь? Я думаю, конечно, дождусь этого дерьма. Ну пошли на ринг. Наконец-то. Тайлер, ты готов? Отпиздим тебя. Йоу, блядь. Ебучий недорэпер. Ты, блядь, издеваешься? Окей, поразминай за Тайлера. Что уж, давай. Я выберу самую легкую миссию, потому что я еблан. Мистер, это один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Очень странно звучат стики на фоне, наверное, да ладно. Семь. Семь. 8. 8. Давай 9. Смотри, это напрягает, как ни странно бы это не выглядело. 9. Ну и давай 10.
У меня уже руки устали, серьезно. 10. Ай. А сегодня утром я в отличной форме. Да, блядь, ты заебал. Еще подход, и можно идти на ринг. Окей, давай там что-нибудь сделаем еще. Соответственно, ставим тренажером, окей. Груша, нет? Может, тоже полазишь там по... Вот, отлично. Что, опять это дерьмо? Еще один подход, такая же куня, блядь, мне уже пальцы устали. Ну ладно. 1. 2. Сегодня, может, надо особо не задрачивать, здесь нужно поймать темп и так далее. 4. 5. 6. Из таких вещей ты играл там, блядь, кстати. Ладно, там когда хотя бы миссия эффектна, вот такого дерьма, это серьезно, не смешно. Я уже и даже отвыкшись от такой миссии, я думал, больше легкую миссию выберу, но пиздец, нет. 8. Да хуй тебе, я не проиграю, блядь. Я могу зажимать это хоть 500 9. Раз, блядь. Потому что у меня есть джойстик. Причем Illusion джойстик, он заражает консольным спидом и навеки, блядь, и все. Ты не больше не сможешь играть с мышей клавиатуры, блядь. Эй, нет! 10. Вот и все. Я же говорю. Клёво. Пора клёво. Задать жару. Окей. Но я хочу напиздить бабой, потому что сегодня 14 февраля. Ну, похуй, что я тематирую не 14 февраля, а намного позже, наверное, так что в рот ебал. Я буду говорить за Тайлера. Леди я проходил. И джентльмены, добро пожаловать в Лас-Вегас на вечерний матч ужасного Тайлера Майлса и убийцы Карлы Валенти. Они разжигаются как могут на работе, я понял. Да. И кто постоянно несет чушь насчет того, что я веду себя как ребенок? Отлично, еще и загрузка. Окей. Не знаю, кого заиграй, мне похуй вообще. Напиши, приготовься и ебашь ты, блядь. Шпагат ты садишься, да. Надеюсь, не только на шпагате ты на это садишься. Ну ладно, молчу. Окей. ПБПЕ, окей. Ладно. Я как-то выигрывал здесь, причем спокойно. Вот именно вот так. Ладно. Я постараюсь не верстать. Вот, вот видите, я же говорил. Я вообще-то делал не так, но ладно. Пока что 3-1 в пользу Тайлера, ну ладно. Уже 2-3. Я постараюсь быть феминисткой сегодня, поэтому готовьтесь. Вот, я сравнял счет. Я клёвый феминист, правда? Что, что, что? Эй, это было нечестно сейчас. Вот такую музыку это сложно делать, серьезно. Если бы какой-нибудь там No Surprise или No Way Out, еще ладно был бы. Но под такой блюз, блядь, и джаз, это серьезно не смешно. Но я стараюсь. Да что за хуйня? Это было нечестно. Хуй тебе, блядь. Я выигрываю, сука. Я просто ебашу. Я выигрываю, блядь. У тебя нет шансов, ёбаный чернокожий пи... БЛЯТЬ! Какого хуя я увернулся? Теперь у тебя точно нет шансов, блядь. Я нажал же, что за... Да, блядь! Я вот сейчас я не старался, она все равно выиграла. Что за хуйня? Ну 6-9 у него по мне. Блять, я не вижу, что нужно нажимать. Нажимай все подряд. Блять, ну я дал ему шанс, короче. Ну да. Тут каблучник, блять. Все, тебе пизда. Все, пока.
Вот и все, вся миссия, собственно Хочешь говоря. Хочешь еще разок? Ты, блядь, издеваешься? Ну давай еще разок, ладно, так и быть. Что еще делать? Не знаю, чем это делаю. Могу еще раз тебя наебашить, потому что ты черный. Чтобы лесплей не был таким коротким, я так и быть сделаю вот еще раз. Блять, это было жестоко. Я просто не помню, что будет дальше. Сейчас я понял, даже не попал, почему я засчитался. Ой, было сложно. Самое главное, что интересное здесь, это... В общем-то, нет. Хотел сказать, что закончить именно правильно Quick Time, но им не всегда это помогает. Главное, зачать и... Зачать, да, зачать и начать и закончить, то, в общем-то, помогает. Помощь сейчас с фейлю. Ну я же говорю. Но все равно выиграю, так что похуй. Я сегодня за всех баб ответил, так что окей. Хуй ты угадал, блядь. Тоже прокатил, хотя я не все нажал на самом деле. Блядь, мне тут бесит. Блядь, жестоко. Сейчас я выиграю. Что за хуйня? Так нечестно, он догоняет. Я баба, я должна выиграть. Я сильно независимая женщина, блядь. Детектив. Что я просто не могу проиграть. На, нахуй. Точно выиграю. Я же сказал. Надо хлебнуть. Музыка затихла. А, музыка просто кончилась, потому что заебал. Блядь. Я все равно выиграю, какого хуя? Я даже не старался. Вот и все. Может, сейчас еще раз скажешь? Надеюсь, что нет. Черт, да как ты это сделал? Я просто охуенен. Я выросла в Шаолинском монастыре, и монахи обучили меня всем зловещим секретам кунг-фу. Отличное чувство юмора. Что? Прямо как у меня. Не врешь? Тайлер, ты веришь всему, что я тебе говорю? Женщина, теперь тебе ничем меня не удивить. Ну-ка еще разок. Да хуй ты, блядь, еще раз, нет. Ух, нет, хватит. Пойду приму душ и примусь за работу. Это, наверное, особо депрессивных особ, которых нужно, блядь, поднимать там по плюс 40, блядь, я не знаю. Никак не можешь выкинуть из головы это убийство? Кирстен. У меня такое чувство, что у нас нет части головоломки. Ты зря мучаешься. Этот парень псих, в этом все и дело. Возможно. Я хочу найти его, чтобы он не совершил очередное убийство. Мы его поймаем. Парень, который да, оставил чё? Так много улик, когда-нибудь точно попадется. Надеюсь, что все так просто, Тайлер. Правда? Я тоже надеюсь. Но... Просто я не стал играть за люкс, потому что там был бы... Сначала поход на кладбище, а потом... Вот да, вот именно. 10 лет, ты это уже говоришь второй раз, нет, извини. Вот, потому что за Лукаса будет поход на кладбище, потом будет флешбэк. Флешбэк очень хуёвый, потому что там нужно стилфиться. А я сейчас бухой, поэтому я не могу стилфиться, поэтому я вообще, в принципе, могу стилфиться, поэтому я ненавижу стилфиться, поэтому на сегодня закончим. Я пытаюсь поперейти в главное меню. Вдруг она перейдётся, я не знаю. Это будет магия. Но магии не будет, поэтому я сразу вырублюсь и врублюсь. Okay. Да, наконец-то, на этот раз она как хардкорно вырубилась, то аж, блядь, она вылетела совсем. Вот, ну, однако меня сохранили, это плюс. Вот. Поэтому оставим на потом паскудную миссию за Лукаса, которую я помню, что было сложно проходить, лишь у меня с клавы, не знаю, как быть с джойстиком и так далее. Там будут очень такие стелсные миссии, нужно будет спа... Я не буду спойлерить, поэтому спа... Кольной ночи вам и всего доброго. Не знаю, когда я это смонтирую, но как смонтирую, так смонтирую. Спасибо за ногу, оставайся на линии, оценить качество обслуживания, всего доброго, свидания. Это была моя рабочая дисфункция. Пока. Да.